Сегодня День печати – это профессиональный праздник печатных изданий и работников периодической печати, СМИ, журналистов. Работники печатных изданий – это профессионалы слова. Именно их труды позволяют обыкновенному человеку быть в курсе всех событий. Сама профессия появилась тогда, когда писательство и журналистика обрели массовый характер. В Хасавюрте вот уже 88 лет осуществляют свою деятельность три газеты – «Дружба», «Кумук», «Туз», «Насихат». Также более 30 сотрудников работают в сфере печати. Один из ответственных, но очень интересных процессов в работе редакции является штампование самой газеты. «Наша главная задача в издании газеты – это завоевать сердца читателей», сказал главный редактор объединенной редакции газеты «Дружба» Магомед Расул Шейхмагомедов, отметив, что занимаются этим профессионалы своего дела. В ходе беседы Шейхмагомедов поделился планами на новый 2019 год, так как он обещает быть насыщенным и плодотворным. «Сейчас нам надо самим завоевать сердца читателя, найти то нужное доброе слово, которое он ждет от нас. Вот. Ну, у нас работает очень профессиональная команда. Вот. Мы журналисты, пишущие люди. И как мы мыслим, для журналиста, писателя это главное, это составляющая, это мысль. Вот. У нас очень масштабно мыслящие люди. Вот. Но в то же время есть на фоне тех событий, которые у нас происходят, интернет-ресурс и разные эти социальные факторы, значит, есть люди, сочинители, они выдумывают и несут иногда смуту вот, обществу. Поэтому слушателям, читателям очень накладно бывает выбрать ту правильный ориентир. В этом направлении мы все делаем, чтобы нести то правдивое слово читателям. У нас, значит, в канун Нового года состоялось, значит, такое совещание, и где мы рассматривали ближайшие планы, перспективы на новый подписной год, и наметили, что, значит, персонально каждый журналист, творческий человек должен иметь свой индивидуальный план работы. Очень важно уметь правильно изложить мысль, сохраняя эмоции, делятся работники газеты. Стоит отметить, что через 2 года объединенная редакция газеты «Дружба» отметит свой 90-летний юбилей. Это еще один значимый день для Хасавюрта. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».